пеленаю тебя, Тутанхамон. Ты свинья, ведь тебя режу тут на хамон. Прикольно. Вот это нравится. Это дис. Сука, камон, пеленаю тебя, Тутанхамон. Ты свинья, ведь тебя режу тут на хамон. Грустный тромбон, тебя уебу топором. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Грустный тромбон, значит, это... Ну, батл с Джонни Боем, но, казалось бы, да? Чё ему опять от Джонни Боя надо? Он и так похоронил его карьеру, да? Помашу платком, ты отчалишь, будто паром. У тебя на шее айсу меня... Ты отчалишь, будто паром, блядь. Уебут топором, помашу платком, ты отчалишь, будто... Уебут топором, ты отчалишь, будто паром, прикольно. Паром у тебя на шее айс, у меня снежный барс, я вижу вас и думаю, что бы сделал первый класс. У тебя на шее айс, у меня снежный барс. Это как будто к, отсылка к Моргенштерну, но там же по-другому, там на моих запястьях айс. У него на запястьях, значит, да? Твоя блядь называет меня спермобак, у твоей мамы стоит очередь, там верхний Ларс. У твоей мамы стоит очередь, там верхний Ларс. Ну, а Оксимирон, в общем, вернулся к своему предыдущему амплуа. Все знают, что Оксимирон, значит, мамоюбил. Все гангстеры, целки, их фаны, инцелы, я батя всей сцены, ведь яйца цистерны, бляски в ТЦ. Ну, вот это клево, я батя всей сцены, ведь яйца цистерны у него. Я видел это в сообществе цитату. Ведь яйца цистерны, бляски в ТЦ, твоя мать лицемерна, ведь между ног хуй, хоть она и цисгендер. У тебя инцест в семье, твои предки не шахтеры, но отец в земле, все твои девы постарели. Бля... Твои предки не шахтеры, но отец в земле, жестко. Твои предки не шахтеры, но отец в земле. Все твои девы постарели, как пиле-пиле. Пиле-пиле. Одежда такая. Они в белом белье делают минет-мине. Пососи! Делают минет-мине. Это вот, это реально, это первый класс. Вот это сразу, да, то есть... я не слушал первого класса, потому что мне он казался безграмотным, как, знаешь, это люди, которые говорят... Оттуда, да отсюда, вот, или говорят, ихний, и как минимум у него вот эти, тебе, мне, вот такая история была, и с хуем в руках я иду домой, суки кричат, о боже мой, вот, так как я с хуем в руках домой не ходил, я, значит, считал, что эта песня, как бы, мне не прикольная. Пососи мой хуй, а? Пососи. Чё, бля, угадал, да? И мой хуй, пососи мой. Пососи мой хуй, пососи мой хуй, мой красивый хуй. Заберите Самаран, Праду и Палман. Я ж говорю, блять, он Моргенштерн. Ну шо это, блять? Что это? Оксимирон пришел, блять, на смену Моргенштерну. Вот. Не, ну это круто, да? Типа, это Моргенштерн. Какой бы мог бы быть Моргенштерн на максималках? Типа, крутой рэпер, да? С панчами, с рифмами совсем. Бля, ну это прикольно. Это мне нравится. Значит, я отсылки эти пока нихуя не понимаю, потому что я не совсем фанат Окси, но это улыбает и качает. Мой хуй, мой красивый хуй. Заберите Самаран, Праду и Палман. Не интересуют бренды, покажите ваших мам. Скажут, хоуми, не пошли. У твоей матери Красное море, сунул в нее посох, у нее воды отошли. У твоей матери Красное море, сунул в нее посох, у нее воды отошли. Это жестко, конечно. Флоу Моисея, сука, пьет мое семя. Она дрочит на форуме и срет Колизея отношения с эмоциональными качелями. Но, сука, иди сюда, чужие мамы, светочей моих. Ебу ее в загородном име... Бля, чужие мамы, светочей... На форуме и срёт Колизея отношения с эмоциональными качелями. Но, сука, иди сюда, чужие мамы, светочей моих. Ебу её в загородном имении. Моя вечеринка, дом с нормальными евреями. О, твоей маманы белкой. Блядь, дом с нормальными евреями. Это прикольно. Это как дом с паранормальными явлениями. Или у Скриптонита альбом. Дом с нормальными явлениями. Моих. Ебу её в загородном имении. Моя вечеринка, дом с нормальными евреями. У твоей маманы белка и тяга. Её покерфейс ждёт уголовки на Леди Гага. У твоей маман белка и тяга. И белка и тяга. Это типа белая горячка и бархатная тяга. А, её покерфейс ждёт уголовки. А на Леди Гаага. Это типа суд Гааги и Леди Гага. Ее покерфейс ждет уголовки,
Ее покерфейс ждет суд Гааги. Тяну ее за дряблую кожу, она вылитая белка летяга. Пососи мой хуй, эй, пососи мой хуй, пососи мой хуй, эй, мой красивый хуй, пососи мой хуй, эй, пососи мой хуй, пососи бля. Мой хуй. Понимаете, что этот трек просто будет разъебывать на концертах Оксимирона, просто все теперь будут ходить, подпевать, орать ему, петь эту песню. Пососи мой хуй, пососи мой хуй, эй, мой красивый хуй. Возьму, сделаю бит, запишу текст, нахуй, я записал, нахуй, домой съебался, обработался. Мне по кайфу это слушать, это качает как минимум. Значит, если не вдаваться в какие-то моральные, если не втирать Оксимирону за моральные вкусы, как говорится, да? Первый класс. Подожди, это дисс на первого класса или какая-то отсылка к нему, или чё, шо, блядь, происходит? Граффити вот с ним нарисовано. Я вот не совсем в теме, напиши мне, пожалуйста, в комментариях, вот тут тоже какая-то... Чё сказать? Это клево, это возрождение чего-то старого, это что-то агрессивное, значит, это то, что можно слушать, значит, пока мамка тебя не палит. Вот. И, собственно, ностальгия какая-то. И граффити в конце, вот, про как бы первого класса, то есть довольно качественное, не знаю, это было ли граффити это, либо сделали его, а он вообще жив в первый класс, это не в память ему посвящено, я просто не в курсе, не фанат, значит, если я что-то не понял, обязательно пиши в комменты, значит, а если, как бы, хочешь мне написать что-нибудь негативное в комментариях, то я тебе отвечу припевом Оксимирона «Пососи мой». Ладно, спасибо тебе за просмотр. Вот, я все сказал. Салам алейкум.